Добрый вечер. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот мы вновь встречаемся на такой программе гитарной формы. Ну как-то я в последнее время вот заинтересовался вплотную гитарой. Наверное, время подходит, надо как следует узнать, что же происходит. Много гитаристов, много музыки, гитары разные. Струнный звукосниматель, педали, электростанции целые. И все это звучит, все это работает. Я думал, как же назвать это все вместе. Гитарные формы, думаю, что так. Но потом вспомнил, откуда я это придумал, собственно говоря. А гитарные формы — это, ну, по-английски guitar forms. Это пластинка, которая была записана в 1964 году, гитаристы должны знать, те, которые, может быть, присутствуют. Это запись гитариста Кенни Борелла с оркестром Гилла Эванса. Но там есть и соло, большие куски сольные, есть квартет, по-моему, еще какие-то формы. В всяком случае, я вспомнил, что это название не зря под меня всплыло, и я его оставил для этой программы. Думаю, три гитары, контрабас, ударные и, может быть, даже еще специальный гость. Вот это все вместе мы, наверное, сегодня и попробуем вам показать. Живая музыка, все, вы думаете, все отрепетировано? Нет, не надо все репетировать, важен дух. Вот дух этого соревнования, что ли, если так можно сказать. Потому что иначе музыка не живет. Она должна рождаться. Это у меня такое впечатление. В джазе так происходит. И то, что мы сегодня будем играть, я надеюсь, что это будет вам приятно и интересно. Спасибо.
Спасибо. Теперь я хочу представить вам всех тех, кто вместе вокруг, здесь со мной, рядышком. На барабанах играет Вартан Бабаян. Вартан Бабаян. На контрабасе Сергей Хутос. Слева от меня Николай Куликов, гитара. А справа Александр Мурашкин. Гитара. И я посредине, middle. Спасибо. Репертуар разнообразный. Есть дуэты, трио, квартет, соло, разные вещи. Поэтому все будет чередоваться. Я не буду объявлять, все, в общем, известно. Это джазовый стандарт, поэтому вы все их знаете. Thank you.
Николай Куликов, Мардан Бабаян и Сергей Фридов, трио. Я хочу спросить у Коли. Коля, а кто твой фаворит гитарный? Вот кто тебе сейчас больше всех нравится? Вот с кем ты хотел бы поиграть? Кто все-таки твой главный такой вот вдохновитель? Джим Холл, наверное. Вы знаете такого гитариста Джим Холла? Наверное, знаете. Его, к сожалению, не так давно не стало. Но могу из своей биографии рассказать, что мне представился случай. Это было кафе в Нью-Йорке. Sweet Basil, по-моему, так называется. Есть такое кафе. Когда группа музыкантов во главе с Алексеем Николаевичем Буташовым, Игорь Бри, Александр Осейчук, Виктор Двоскин и я были около кафе, и вышел сам Джим Холл. Поздоровался с нами и задал только один вопрос. А кто здесь гитарист? Все пальцем показали на меня. Он говорит, вот вы и пойдете со мной, остальные пускай идут в гостиницу. Большего не могло случиться, потому что было много народу. Там еще были некоторые наши друзья. Короче, меня Джим Холл забрал и привел в Sweet Basil, в кафе, где он играл. Первое отделение закончилось. У него было 4 сета, еще 3 сета. И мы слушали, вернее, я слушал его игру. Это было замечательно. Вот Джим Холл. Вот тоже Джим Холл. Только сегодня многие играют, как он, и многие пользуются этими и приемами, и прекрасными тембрами, и по-своему их показывают. Николай Куликов.
Это был дуэт гитар Николай Куликов. Я был посредине. А теперь Александр Мурашкин. Трио. Да, замечательно. Сейчас будет гитарное трио вновь. Thank you.
Александр Мурашкин на гитаре, трио гитарное. Сергей Путов, я не ожидал, смычок прозвучал. Здорово. Спасибо. Спасибо, Сергей. Здорово. Я не говорю о соло, а просто говорю о приеме игры смычком. Это не так часто бывает все-таки в джазе. А здесь звучало так здорово. Отлично. Я хочу два слова буквально сказать о гитаристах, которые сидят рядом со мной. Николай Куликов, Александр Мурашкин. Мы встречаемся на мастер-классе в Аккорде. Наверное, многие знают это место. Замечательный салон музыкальных инструментов на Нижней Масловке, 6. Вот я там уже 21 год веду мастер-класс. Есть впечатления, есть гитаристы, которые иногда забегают уже. Проходит уже много времени, на зеленый огонек забегают. Мы все в порядке там, все у нас хорошо. Играем там-то, докладывают. Некоторые не прибегают, нету, пропали. Много времени прошло уже. А я все там сижу и их жду, жду, жду. Раньше было 4 среды, сейчас 2 среды. Ну ничего, во всяком случае, происходит то, что я всегда люблю, живой джаз. Так мы недавно тоже встречались вместе, решили в гитарных формах сделать вот такой концерт. Во всяком случае, кто бывает свободен, приходите в Аккорд. Там звучит джазовая гитара. Thank you.
Спасибо. Это была баллада вам известная. Просто скоро праздник. Мы решили включить репертуар. Дню влюбленных посвящается будущему. Вот он совсем рядом. Стучится, как говорится, к нам. В общем-то, наше первое отделение закончилось. Мы сделаем маленькую паузу. Вы подумайте, и мы к вам вернемся вновь. Скоро. Спасибо. Гитарные формы. Я буду стараться составлять программы интересные таких вечеров. Мне кажется, это интересно. Во всяком случае, гитара становится популярнее и много тех любителей, которые действительно любят джазовую гитару. Мне это очень приятно. Мы второе отделение начинаем баллад. Баллады в джазе – это неотъемлемое как бы джаза, и три гитары играют каждый свою любимую балладу. Ну и, собственно говоря, это вы сейчас услышите. Thank you.
Александр Иванович. Замечательно. Скажи, пожалуйста, вот гитара, вот я сейчас смотрю, Хофнер, да, называется? Замечательный инструмент. Где-то я видел, один из знаменитых гитаристов играет на таком инструменте, да? Ты не знаешь? Ты не знаешь. Я тебе скажу, подскажу, ты запомни. Бобби Брун. Знаешь? Ну, здорово. Александр Мураркин. Гибсон 175. Я помню, я тоже раньше мечтал о таком инструменте. Тоже что-то, может быть, даже под влиянием вот Джим Холла упоминали, да? У него был такой тоже старый инструмент, по-моему, P90 звукосниматель, такой черный, таким звуком красивейшим. И вот я тоже это очень хорошо помню. Прекрасные инструменты, и у Саши прекрасный инструмент, и у Коли. Просто, а вот раньше тогда, когда, я помню, я играл, когда мне было, меньше, конечно, лет, какой-то самодельный был даже инструмент, а потом мне попался Гибсон, это уже папа там, папа тоже был гитарист, я там секрет вам раскрою, вот, он достал какой-то Гибсон 1911 года, с розеткой даже, без F-ов еще. Вот такие инструменты тоже встречались раньше. Ну, во всяком случае, фирма Гибсон, это известно. Замечательно. Николай Куликов и Александр Павлович. Я продолжу. Thank you.
вас. Ну, это тоже гитарные формы, как исполнение соло, баллады на гитаре. Правда, в первом номере прибавили контрабас, это было исключением. Просто так получилось. В следующий раз мы все равно будем играть втроем. Все-таки это интересно. Как может гитарист это сделать? Мы продолжаем нашу тему, гитарные формы, и я тут был вчера мимоходом в зале Чайковского, зашел в кассы, и там увидел вот такую программку, называется она «Виртуозы гитары», март 21-29, 10-й Московский международный фестиваль. Вот, ну, я всегда люблю программки всякие собирать, у меня много дома программок, потом вспоминаешь, кто где играл, где сам бывал. Интересно. И вот здесь много исполнителей из Хорватии, Куба, Австрия, Испания, Италия, Россия, США, что-то такое. В общем, масса интересного, интересного, интересного. И поэтому, почему я вам об этом рассказываю? Потому что сейчас будет для вас сюрприз. Я обещал вам, что у нас есть и специальные гости. Вот, потому что гитарные формы довольно... объемная, так сказать, как сказать, объемный формат, рубрика, можно по-всякому говорить. Вот, и я решил тоже немножко раздвинуть рамки этого нашего музыкального действия всего и пригласил сегодня в гости к нам гитаристку, она, которая тоже лауреат международных, между прочим, конкурсов и в Бельгии, в Италии, еще в разных странах. И вот это все вместе как бы получается очень, мне кажется, интересно. Мы это вам покажем. А на сцену сейчас выйдет Мария Охотина. Встречайте. Вы знаете, что мы немножко сделаем такой сейчас экскурс интересный довольно, потому что Мария знает много вот интересного той, в той гитаре, которая, в общем-то, и является как бы самым началом. Джазовая гитара, она тоже появилась давно, конечно, но вы видите, какая она, как она выглядит и как выглядит вот такая гитара. То есть мы привыкли, в общем-то, к такой настоящей так, гитаре. Нейлоновые струны, отличное дерево. В общем, инструмент очень хороший. Вот. И мы решили сделать такую картинку. Она будет называться, как кино есть такое, Сибириада. Да? А у нас получится Испаниада. Испания, Испания, это страна, где звучит гитара. Все это горячо. И мы состроили вот такую вот картину. Начнет. Мария, она знает это, и мы сейчас это услышим. Пожалуйста.
Мария Охотина. Thank you.
Нам цветы. Замечательно, браво, браво. Ну, а всех остальных вы знаете хорошо. Я вам обещал гостя. Это было прекрасно. Мы познакомились и сделали путешествие в Испанию. Ну, теперь вернемся обратно. Обратно сюда. Продолжаем. Теперь остается три гитары. Только три. Thank you.
Николай Бляков и Александр Бородко. В джазе маленькое совещание, это нормально. Надо решить кое-что. Как с темпом, какие ритмы. Thank you.
Николай Куликов, Александр Рашкин и Сергей Худос. Ну вот какие формы, да? Прошли уже гитарные, интересные. И так. Все попробовали. Ну, осталась последняя часть, завершающая нашего проекта «Гитарные формы». Возвращение, как я всегда это делаю, к Дюку Эллингтону. И сейчас будет три темы, которые нон-стоп подряд идут. Это завершит наш концерт «Гитарные формы». Thank you.
гитарной формой Николай Куликов – гитара. Александр Мурашкин – гитара. Вардан Бабаян – барабан. Сергей Кутов – контрабас. Я, как всегда, посредине. Алексей Кузнецов. Спасибо, если вам это понравилось. О, спасибо большое. Спасибо, цветы, это приятно. Спасибо. Мы будем продолжать нашу серию «Гитарные формы». Я надеюсь, что вы придете вновь. Всего вам доброго.